Алехандро Иванов. Более известный как Чача. Ёлочка гори, снегурочка. Так это, кажется, не Санёк. Снегурочка. Так, так, так. Сашка, какашка, поздашка, присоединяйся к нашему усилительному мероприятию. Какой микрофон дадим Саньку, друзья? Ребята, привет всем! А мониторинг можно? Я только с демонстрации, извините, опоздал немножко. Ну, про только, конечно, про только это я, конечно, преувеличил, но был сегодня, всех, кто был сегодня на Болотной площади, я приветствую вас, вы молодцы, что вышли. Сейчас мы споем вам песню. Друзья, скажите, а может быть кто-то еще на Красной площади сегодня побывал? Я просто туда не успел. Мне интересно, все-таки анархисты осуществили свой замысел, чтобы хардкор-группа сыграла пару песен в стиле R&B на горящем мавзолее. Да, интересно. Если кто-то, если кто-то в курсе этой темы, расскажите нам, там, донесите как-то эту информацию. Интересно, чем это веселое начинание прогрессивное могло закончиться? Видимо, тех, кто его организовал, нет с нами сегодня. Ладно. Довольно этого конференса. Давайте послушаем качественный джаз. Потом не умер, но он носит мне под ножу свинью. Давай с тобой договоримся.
Металлическое братство за отличную трэш-угар поддержку. Спасибо, Саша. Спасибо, Саша, за все. Спасибо, Саня. Забавным образом провели день. Мы пытались прорваться сквозь оцепление, чтобы я толкнул телегу, собственно, в микрофон на этом митинге. Мы, конечно, хотели, чтобы и Саша рассказывал, почему фунт-миха. Но, к сожалению, Санька не пустили, его начали почему-то давить слои общественности. Вот. Огромное спасибо ему, что дотащил меня до оцепления. И вообще, Сань, спасибо, правда.